Пресс-центр на выставке Retail Tech продолжает свою работу. Рядом со мной новый интересный спикер. Здравствуйте, представьтесь, как вас зовут, какую компанию представляете? Добрый день, меня зовут Станислав Федосеев. Я представляю компанию интеллектуальной системы самообслуживания, или ICS. Очень интересно, чем занимается ваша компания? Мы предлагаем решения в области самообслуживания, self-checkout и прочие новые технологии в области самообслуживания. Хочется узнать поподробнее. Вы представляете какой-то новый продукт, который еще не видывал наш рынок, либо вы просто уже профи в том вопросе, который представляете, но этот вопрос уже ритейлу знаком? Я думаю, что этот вопрос, конечно, ритейлу знаком, но основной фокус и основной наш подход в реализации проектов – это фокус на системы видеораспознавания, системы security. И плюс мы к каждому проекту подходим индивидуально, то есть мы позволяем клиенту сформировать готовое решение для клиента, и именно то уникальное решение, которое клиенту необходимо. А помимо самого внедрения, очень важный момент, которому мы уделяем и на котором мы фокусируемся, это диагностика, внедрение и последующая диагностика решения и выявление плюсов и минусов. Расскажите, как вам выставка? Уже прошел первый день, вы, наверное, посмотрели на решения. Может быть, здесь конкуренты ваши есть? Может быть, есть какие-то, в принципе, очень новые интересные IT-решения для рынка? Наверное, самое важное, что очень приятно после года увидеть всех в офлайне и лично пообщаться. Спасибо огромное. Я надеюсь, что в следующем году наша выставка вновь примет всех в свои ряды. И надеюсь тоже увидеть вашу компанию в их числе. Спасибо большое. Спасибо. Всего доброго. Спасибо.